Я представляю, какие толпы девушек, поклонниц, ходили за вами по Москве и не только, и по другим городам Советского Союза, особенно в пору вашей безумной славы. А я думаю, что несмотря на то, что у вас такая молодая жена, все равно это паломничество продолжается. И сравнительно недавно газеты взахлеб писали о том, что у вас новая пассия, еще моложе вашей нынешней жены, и вы уходите из семьи. Это правда или нет? Нет, я с сожалением сказали нет. Я в эти игры не играю. Дай Бог мне справиться с кругом моих служебных обязанностей. Неужели, когда вы видите хорошенькую студентку, вам не хочется сыграть хоть чуть-чуть в эту игру? Это такое занятие, любовь, то тут играть нельзя. Как-то не читки требуют с актера, а полные гибели всерьез, как писал Пастернак. Нет, я, как ни странно, по-прежнему люблю Марину. Это немножко странно на самом деле, потому что у меня до романа с ней был несколько иной цикл смены караула. Хорошо сказали, как. Ну, это просто я цитирую Юлиана Семенова. Вот. То есть смены караула случались, да? Да. И как-то они были очень... Ну вот, а потом вот пришла эта толстощекая девочка. Чем она вас взяла, Олег Павлович? Любовь. Ничем другим, милый, меня не возьмешь.